году был выпущен ролик на основном канале «Заплыв ценою в жизнь». Это о собачке, которую спасли две женщины и отвезли его в клинику. Затем обратились к нам за помощью. Сначала его звали Бим, потом мы назвали его Брюс. Итак, Брюс. Молодой пес с переломом позвоночника, неправильно сросшимся. Лапы все стерты до кости. Ну, солнышко. Ну, разровняй лапки уже. Ну, пора вставать, котик. А? Ну, плаваешь хорошо. Зайка моя, ну. Все, солнышко, у тебя лапка сейчас растется. Все будет хорошо. Мои маленькие, да? Мои маленькие. Все будет хорошо, ребята. Обязательно все будет хорошо. Согреемся и пойдем. Да-да-да. Thank you.
Да, Брис? Ты решил встать, а, козленок? Ребят, Брюс на пикнике. Через 2 дня он уезжает у нас и будет заниматься массажами и токами. Нет, не могу. 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 Не могу.